Сегодня 42 года Сереге Шнурову, или просто Шнуру, из группы «Ленинград». Я не его фанатка, но бодрые напевы Шнура здорово помогают мне в повседневной работе, обзоре сайтов, блогов и пабликов местного интернета. Ведь это иные новости. Таисия Крахмалева, признанная учителем года в Барнауле, на своей странице в Фейсбуке жалуется на коллег, которые ей заявляют, цитируем: «Вообще пора корону снять, потому что это мы тут все учителя года, а ты никто». «Как закрыть глаза на маразм вокруг?» – спрашивает Таисия. Да не любят окружающие лидеров и чемпионов ни в политике, ни в искусстве, ни в среднем образовании. Банкфакс пишет о вирусе-мошеннике, похищавшем деньги с банковских карт людей, пользующихся андроидом. Злоумышленники назвали свою программу «Пятый рейх». В системе управления использовали нацистскую символику, из-за чего эта преступная группа получила кодовое название «фашисты». Было заражено около 340 тысяч мобильных устройств. Пострадали клиенты разных банков, в том числе 120 человек и в Горно-Алтайске. А у меня операционка другая, так-то? На YouTube видео с регистратора. Впереди идущая машина на Малаховском кольце сбивает пешехода. Тот летит аж ногами вверх. Но, по крайней мере, останавливается и оказывает помощь скорая, проезжавшая мимо. Судя по комментариям, такое происходит далеко не всегда. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!